but you've been kissing my baby since I've been gone. Добрый день, дорогие друзья! Я нахожусь в городе Грац, в культурной столице Австрии. В сентябре в городе проходит ежегодный праздник с таким названием, как Ausscheire. Я надеюсь, что я произнесла его правильно. Который, если хотите, можно перевести как «штырица». От «штири». Так называют федеральную землю, столицей которой является Грац. Итак, в чем суть этого праздника? Главное, это праздник народных костюмов, которые одевают целыми семьями. Платье в дырндль, который вы можете сейчас наблюдать, это женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов и кожаных штанов «ледерхозе». Также охотничьих шляп и плащей. Все костюмы очень детализированы. Например, вот такие шляпы у мужчин. Или различные аксессуары. Это достаточно дорогое удовольствие. Самый дешевый дирндль стоит 200 евро. Вот этот, что вы видите, стоит, если не ошибаюсь, около 500 евро. Границ не существует, и, например, шелковый дирндль может стоить около 1000 евро. Но практически каждое платье эксклюзивное. Кстати, дирндль считается также парадно-выходным платьем, и его можно одевать как на ужин, в оперу и так далее. Есть как для самых маленьких и постарше. Я обожаю этот праздник из-за его особой атмосферы, красоты костюмов, в которых ходит практически весь город. Этот праздник для всего города, поэтому открываются много ларьков, люди едят, пьют, танцуют, общаются, выгуливают свои наряды, играют в игры и просто наслаждаются жизнью. Сейчас вы видите, как девочка несет большую бутылку. Это традиционный напиток «Штурм», или по-русски «Буря», «Шторм». Он производится в Австрии, и это забродивший виноградный сок, который еще не превратился в готовое вино. Вкус такой кисло-сладкий, но эффект от него не хуже, чем от какого-то другого алкоголя. Так, дорогие друзья, я сегодня не вписываюсь в своем оригинальном наряде в общий праздник, но насладиться им я смогла в любом случае. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Подождите, поставлю велосипед.